Тема «Целеуказание. Эффективность системы. Чем выше значение цифры, тем сложнее противнику сбить прицел вашему кораблю, когда вы выбираете цель для атаки или помощи союзнику. Система сопровождения цели, он же прицел, сбивается модулями глушения захвата цели. Стоит отметить, что существует 4 вида технологий сопровождения целей прицелов. Ладарную используют минмотары, гравиометрическую – калдари, радарную – амары и магнитометрическую – галенты. Это означает, что использование систем глушения захвата цели неподходящей технологии будет неэффективно. Также эффективность системы затрудняет определение точных координат вашего корабля. Разрешающая способность влияет на скорость захвата цели. Быстрее берется объект в прицел. Радиус сигнатуры – набор характеристик отраженного целью сигнала, принятого средствами наблюдения. Сигнатура – корень сигнал. Система обнаружения, радары принимают сигналы, отраженные от объекта. После анализа полученных данных они идентифицируют цель. Следовательно, радиус сигнатуры – это количество отраженных сигналов от объекта. На это влияет размер корабля и его конструкция. Пример. Сигнатура стелса низкая из-за его формы. Сигналы обтекают его корпус.